Список тех, кто голосовал вообще. Это был Гуф. Голосовал Гуф, Тимати. Снейк. Джонни Бой. Рэббит. Битбоксер Вахтанг. Если помните такого, Драго.
СТ, СТ. Мой хороший друг Рустам Русский. И, естественно, голосовали вы, народное голосование. Я думаю, давай. Первый голос, Гуф, за Танира. Просто ради интереса, как вы думаете, за кого проголосовал Тимати? Он проголосовал за Планка. 1-1. Снэйк проголосовал за Танира. Есть такой Рэйбит, знаете? Он проголосовал за Планка. При этом Джонни Бой проголосовал за Танира. Драго проголосовал за Планка. Вахтанг за Танира. Мой друг Рустам Русский проголосовал за Танира. И последний судьи СТ проголосовал за Танира. А за кого проголосовали вы? Танир, выходи на сцену! Танир, 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 Танир! Победитель Инда Батла, Танир! Все на видео, поднимайте руки выше, Танир, 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 давай! Поздравляем Танира! У него уже голова кружится. Люди, люди, спасибо вам огромное за все, за поддержку, за то, что голосовали. Танир, получается, ты... Получается, ты мажор теперь. Я мажор только благодаря вам, люди. Спасибо! Я в шоке. Спасибо. Я вообще прямиком из самой глубинки Казахстана. Я с города Кызылар, Шанхая. Если кто знает, что это такое. Вы не представляете, что у меня сейчас внутри, ощущая вот эту вот победу. Это эйфория, друзья. Спасибо большое. Спасибо. Давайте, теперь мы будем читать рэп. Погнали. Погнали. Свет вырубите. Свет можно потушить. Страшно, когда ты... Ты когда-то не падаешь.
Пожалуйста, помилуй.